Добрый день, друзья. Я Роман, и у меня для вас срочное объявление. Сегодня, в пятницу, 19 июля, на Суджанской площади, Советской площади, около сцены, в 18 часов вечера, состоится опрос и рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства на 2020-2022 годы. Это возможность принять участие, выразить свою волю всем активным гражданам, жителям Суджи. Прошу не игнорировать этот момент и прийти обязательно туда, чтобы принять участие, чтобы сказать, что мы хотим благоустроить. Не совсем понятен формат, почему опросы голосования проводятся сразу одним этапом в течение одного времени, но в любом случае это наш шанс, это наша возможность, поэтому прошу всех не игнорировать, а обязательно прийти и поучаствовать. Я, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смогу там быть, но я с вами, я очень бы хотел, конечно. Все, жду вас и жду вашей активности. Спасибо, пока-пока.